Обмен опытом и получение дополнительных знаний. Приволжская транспортная прокуратура подписала соглашение о сотрудничестве с Академией Генеральной прокуратуры России. Прежде всего, речь идет о тесном взаимодействии в рамках изучения законодательной базы. Сотрудникам транспортной прокуратуры постоянно приходится сталкиваться со всевозможными правовыми актами и положениями, всем тем, что так или иначе связано с надзорной деятельностью. К примеру, таможенное законодательство. Транспортные прокуроры должны знать, что называется, на зубок. Объем нормативно-правовой базы, особенно в сфере таможенного отдела, который приходится перелопачивать, своим языком говоря, огромный, постоянно претерпевает серьезные дополнения, изменения. А это, в свою очередь, требует от нас, транспортных прокуроров, держать руку на пульсе, все время находиться в тонусе, следить за изменениями в законодательстве и не допустить своей практике ошибку. Тесный контакт в образовательном процессе пойдет на пользу молодежи, которая только-только пришла на службу. Вместе с этим и опытным сотрудникам всегда есть что подтянуть в своих знаниях. Сотрудничество с Академией Генеральной прокуратуры России предлагает целый комплекс совместных проектов. В частности, речь идет о конференциях, лекциях и круглых столах. Ставка сделана и на деловые игры. Продолжающийся процесс получения ими теоретических знаний и параллельное применение их на практике содействует более быстрой их адаптации к служебной деятельности. Проведение учебно-семинарских занятий не только для молодых специалистов, но и для любого работника прокуратуры – это удобная площадка для обмена мнениями, дискуссий, определения единого подхода в правоприменительной практике. Повышать свою квалификацию никогда не поздно, особенно когда речь касается работы в такой структуре, как прокуратура.